За 22 года в экономику Азербайджана было инвестировано более 230 миллиардов долларов. Половина этих средств вложена со стороны зарубежных партнеров. Об этом на конференции «Политика международных инвестиций. Путь вперед» заявил заместитель министра экономики Сахиль Бабаев. Отметим, что двухдневное мероприятие проходит при содействии конференции ООН по торговле и развитию. В нем участвуют представители государственных и частных структур, а также международных организаций из 31 страны мира. В Азербайджане действует около 8 тысяч зарубежных компаний. Это результат созданного в стране благоприятного инвестиционного климата. На повестке дня конференции динамика инвестиционных соглашений и предложения по их обновлению, а также международных тенденций по разрешению инвестиционных споров. Сегодня в мире существует свыше 3000 договоров по поощрению и защите инвестиций. Основной задачей конференции, в которой принимают участие представители 31 страны и 4 международных организаций, является обсуждение и нахождение путей разрешения проблем в области международных инвестиций. Азербайджан в этой сфере подает хороший пример. Страна подписала 50 инвестиционных соглашений и тепло сотрудничает с конференцией ООН по торговле и развитию.